Флаг Беларуси сегодня поднимался под своды столичного дворца гимнастики. Именно белорусские грации принесли нашей стране первое золото вторых игр стран СНГ. Анна Шакун, Валерия Малькович, Таисия Ярчак, Агния Селиванова, Злата Бученкова и Кирьяна Шевцова стали лучшими в многоборье, опередив сильные команды России и Азербайджана. Эта медаль не стала единственной. Чуть позже белорусские гимнастки завоевали еще две серебряные награды. В командном турнире, а также в многоборье среди сеньорок на вторую ступень пьедестала поднялась бронзовый призер Олимпиады в Токио Алина Горнасько. Первую позицию лидер нашей сборной уступила Лале Крамаренко. Бронза у еще одной россиянки Анны Поповой. Я была в восторге, потому что вчера я вышла на упражнение с мячом, и у меня пошли мурашки по телу, потому что я не ожидала, что будет такая поддержка. Спасибо. Турнир в Минске – это не только шикарное выступление сильнейших гимнасток, но и прекрасная атмосфера. Заполненные трибуны активно поддерживают всех участниц. Способность Беларуси отлично организовывать престижные соревнования отмечают и спортсменки, и тренеры, и особые гости. Надо проводить чем больше соревнований, тем лучше. Больше привлекать разных, кто желает, кто хочет. Это здорово. Спортсменам наоборот, чем лучше соперничество, тем их больше подстегивают к тому, чтобы они изучали новые связки, новые элементы, новые ставили композиции, удивлять костюмами, купальниками, я не знаю, булавы раскрашивать, если хотите, в конце концов. То есть это дает стимул двигаться вперед и улучшать свое мастерство. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно приехать в Беларусь, прекрасный город Минск. Вы видите, какая здесь замечательная атмосфера. Всегда на гимнастике очень много болельщиков, очень много любителей гимнастики. Здесь очень много знаменитых чемпионок. Приехала из России, из других стран, поэтому, я не знаю, мне кажется, здесь такой, малый чемпионат мира сегодня проходит. Насыщенным и ярким обещает быть заключительный день соревнований. Гимнастки разыграют сразу 6 комплектов медалей в финалах отдельных видов. Не пропустите, будет интересно.